перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Здорово. У меня в карманах GHA. У нее между ног GHA. Это не соус, это GHA. Это не жижа, а GHA. Здорово. Я сейчас всем отвечу, чтобы нормальный народ наберется, чтобы не переспрашивать. Потому что каждую трансляцию это говорю, но приходится. Блять, так нужно как-то не палить, где я живу. В отражении. Здорово. Вот, кстати, историю про Джижу сейчас расскажу, пока Диман здесь, еще в чате. 500 человек наберется, расскажу историю, откуда взялась Джижа. Да че к чему вообще. Ну, я не расскажу, я просто скажу, на что нужно посмотреть. Привет. Короче, нормально, 500 человек. Короче, поясняю за Джижу. Вот про лоботомию только отвечу. Ребят, весь серьезный материал в 2019 году. Альбом. Ждите. Короче, про Джижу все не перерываю. Сейчас вопросы не задавайте, иначе я не смогу ответить. Так, не рекламируем напитки. В общем. Кто видел у меня пост в инсте, там есть видос тусовки нашей с ребятами. Вот. И в тот день, я не помню, блядь, что происходило, по-моему, после, то ли после феста собирались, то ли что. И, короче, Даня, гитарист мой, он ходил и показывал всем мем про Джижу, там, где нарисованы инопланетяне, и типа спрашивают, как думаешь, люди готовы к контакту с нами? Ну, второй инопланетянин, типа, не знаю, давай попробуем их напитки. Вот. Видит, офигеть, Джижа. Ну и дохнут. Казалось бы, что смешного? Что, блядь, смешного в этом меме? И вот Дима ЛДМА тоже не понял, что смешного в этом меме. Мало того, он не понял, что такое Джижа. То есть на картинке там, это похоже то ли на медузу, то ли что. Вот. И Дима решил задать опрометчиво. Вопрос человеку с высшим образованием о том, что же такое Джижа. Даня взял, типа, мобилу, как я сейчас держу мобилу, взял указку, в скобочках, зубочистку, и начал проводить лекцию по этому мему. Ну, в общем, в видосе вы это можете там увидеть. Ну и, короче, не знаю, дико мы угорели по этой Джиджи, потому что хохот было пиздец. Ребята дохли от пояснения. Подумал, что раз нечего сейчас, точнее, я не могу сейчас выпустить то серьезное, то, что я накатал, а делиться творчеством хочется, я подумал, что было бы прикольно накатать трек про Джижу. Ну, то, что там через неделю примерно выйдет. Но если я напишу, то залью на площадке, если сможем быстрее его релизнуть, сможем быстрее релизнуть, не сможем. Вот. Теперь фаст поотвечаю на вопросики, чисто на Сигу, и все, пока Сига есть. Альбом Фейса я писал в Твиттере о нем. Про альбом Фейса я ответил. Мерчуха будет, мы сейчас готовим осеннюю, получается, да. Ну, осень-зима коллекцию. Худос, шарф, две футбы, плюс стикеры, может быть, какие-то карточки. Для тех, у кого там денег не хватает, но кто-то хочет какую-то сувенирную продукцию поиметь, там будут дешевые эти вот стикеры.
Татух нету у меня. Лера, привет. С Жаком трек выйдет в 2024 году, я говорил. В коллекцию осеннюю попадет кофта, которая у меня там на фотке есть, где я в синих очках в аэропорту. Коллекция будет называться «Праведный гнев». И Лера вот, кстати, рисовала два арта к ней. Три. Три. Плюс еще отдельно туровый мерч будет. Сделаем фубы со списком городов, каким пиздатым притом. И повезем там. Достаточно дешевые цены. Я думаю, по косарю будем отдавать футболки. Не смешно, серьезно, бля, дропну норму. Когда захочу, тогда дропну, а хочу я в 2024 году. Более доступные худи, ну слушай, я не хочу делать дешманские худосы тонкие, типа, или кофты. Это не прикольно, хочется делать какие-то качественные вещи. То есть там на «Праведном гневе», допустим, на худосе будет вот этот принт, фото, которое нигде не вымещалось, и сзади во всю спину вышивка. Ну, типа, само качество, а кофта будет пиздатой. Да я отвечал про новый альбом Фейса, тем более я в Твиттере писал. Зачем куришь, когда вейп есть? Я бросал курить на полгода вместе с вейпом, а потом я вернулся. Это, по-моему, был курс третий или четвертый. У меня было 36 или 42, долго я не помню. Вот я пока полтора месяца их сдавал, я опять начал курить. А вдруг мы не доживем до 24-го? Чувак, а кто-то, возможно, из трансляции в этом году умрет. И что теперь? А, насчет других городов, типа там Махачкалы, Казахстана, СНГ-шных республик, в сторону Азии. Ну, естественно, Махачкала, блядь, Азия. Тоже нахуй сказанул. А я думаю, что в следующем году получится оформить. Было бы прикольно, я бы хотел в Казахстан съездить. Очень хочу в Якутск попасть, выступить. Потому что я думаю, что в следующем году мы это сделаем. О, Дашка в трансляции. Даша, привет. Мерч до тура или после? Я вот не знаю. Туровый мерч мы по-любому до тура сделаем. А чтобы качественно все сделать с коллекцией, я думаю, что после тура. Тем более, ну, коллекцию осень-зима, Лакимин мы не будем возить с собой, то есть она будет онлайн доступна. Может быть, мы разместим пару вещей в Оксишопе, но это если там Мироныч разрешит. Ну, там отдельная тема, может быть, получится, не знаю. Ну, там будет достаточно, ну, типа, не супербиг коллекция, конечно. Наверное, даже 0.5% от паблика не смогут купить. Да я не выстригаю, ну, вообще выстригаю, конечно, я хожу, но не делаю там суперформу какую-то. Булматы, да, там, Махачкалу, прикольно было бы съездить. Мне было бы интересно вообще, вот, допустим, в Чечне выступить, например. Мне действительно интересно, как, типа, южане относятся к хип-хопу, ну, и к творчеству моему, в частности. Все, я докурил сигу, я на вопросы ответил. Давайте.